Это когда я готовил Марс-500, международную космическую экспедицию такую вот, которые уходили не то что на карантин, но на такую мощную изоляцию, когда они там год должны были сидеть, и вот коллектив такой международный, и чтобы не перессорились между собой, и чтобы не утомлялись, и чтобы активно работали. Да, я им показал эту синхрогимнастику, вот хлёст руками по спине, я им объяснял, я провел им 5 занятий в Институте медико-биологических проблем, куда меня привел Юра, мой друг, мой шеф был по диссертации в Институте военной медицины Министерства обороны тогда, когда я работал у него. В Центре авиационно-космической медицины. Ну, короче говоря, хлёст руками по спине, потом, значит, шалтай-болтай в упражнения. Да, как дети все делают. Да, кстати говоря, сегодня нужно всем на карантине, потому что эти 5 минут дают такой взрывной эффект раскрепощения, потом упражнение лыжник. Да, бросаешь руки, поднимаешь пятки. Упражнение лыжник. Да. Входишь в ритм. Вектор внимания не на упражнениях, в этом уникальность. Вектор внимания на проблемах, которые тебя волнуют. Вот ты на карантине, ты делаешь вот так несколько раз в день, даже дробно, по секунду. Особенно это большая находка для тех, кто ленивый и кто не любит физкультурой заниматься. Да-да-да, ну чтобы поддержать свое самочувствие, творческую физическую работоспособность. Да, следующее упражнение, вис, это ты делаешь вот так вот, пальцы кладешь на живот в переплетенном виде, да, и снимаешь напряжение повторяемыми движениями плеч, мечтая о том, что как хорошо ты себя будешь чувствовать, какие качества и способности хочешь из себя развивать, да-да, и у тебя начинают открывать эти качества и способности, да, потом... Вис вперед. Это упражнение вис из 3 частей. Вис назад, вис вперед. Здесь начинаешь отпускать момент выдоха. Да. Отпускаешь, 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 отпускаешь. Да. Вис вперед. И проход вниз. И наклоняешься вниз. Таким образом. И 5-е упражнение. Легкий танец. Ну, это посмотрите у меня там. На YouTube-канале 5 минут, которые изменят жизнь. Синхрогимнастика. Да, она уже в учебнике по физкультуре профессора Матвеева в российских школах для 10-11 классов. Но это именно тем, кто на карантине. Марс 500, карантин и ленивые. Да, пожилые, как я. Пожалуйста, пользуйтесь. Дробная, поминутная. Синхрогимнастика, дающая взрывной эффект, как будто вы полчаса занимались аэробикой. Привет!